Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это телеканал ТВ-Шанс. Меня зовут Елена Орлова. Я нахожусь на открытии художественной выставки. Здесь очень много творческих людей, талантливых. В общем, представлю вам одного из них. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Артем Колпаков. Я художник-абстракционист. Ваше мнение о сегодняшней выставке? Да, мне, как художнику, там, с достаточно богатым уже опытом, портфолио и экспонирование работ, мне очень нравится. Мне нравится тем, что они живые, они разные, настолько разные, что порой очень удивительно. Здесь присутствуют работы как таких профессиональных художников, так и нет. У меня есть даже свои любимые здесь работы, и оказалось, что они, в общем-то, такие интуитивные, и даже скорее это делали дети. Вот, они, в них есть какая-то очень большая доля искренности, и, в общем-то, в этом есть стремление такого художника. В остальном, это такой энергетически сильный посыл, а самое радужное, что люди себя реализовывают, что они себя ищут, это стоит многого. И в наше время, когда есть такая некая роботизированная, скажем так, да, когда мы все как роботы там стоим, живем в каком-то распорядке в графике, это один из возможных путей, который позволяет, ну не только реализация, который позволяет еще посмотреть, как-то расширить кругозор, потому что взаимодействует очень много внутри элементов, и это и фантазия, и краски, и насыщение глаз красками, и души красками, поэтому это прекрасно. И рад за нас, за всех. А вы в каком стиле рисуете? Мне очень интересно. Я художник-абстракционизм, у меня абстрактный экспрессионизм. Вот, поэтому на тебе, в принципе, я считаю, что она такая не относительно нефигуративная, получается, сама техника, да, то есть, точнее, итоги, как картина, они получаются не фигуративные. То есть можно задать какие-то элементы, но они все равно имеют некий такой символизм, некую, наверное, силуэтность, да. Вот, то есть они видны, но это все-таки как некие очертания. Поэтому так или иначе, мне кажется, что монотипия – это все-таки ближе к абстрактному искусству. Потому что частично еще даже невозможно предугадать, что получится в итоге. А в ближайшее время где-то на вашей выставке возможно побывать? Планируете что-то? Может, сайт есть? Сайт у меня есть Instagram «Артколпак». Как Артем Колпаков, сокращение, сайт у меня в реконструкции. Хорошо, спасибо вам за интервью. Прекрасного вечера, творческих успехов и всего вам доброго. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.